Всем привет! А вот еще одна красота из нашего каталога, которую можете посадить себе в сад. Называется роза ругоза, роза морщинистая, роза собачья. Много у нее таких народных названий. Кто-то даже называет ее простым сортовым шиповником. Называйте как хотите. Красоты у нее от этого не убавляет. Наша роза ругоза отличается от всех других распространенных, то, что у нас она ремонтантная, имеет повторное цветение, то есть будет максимально долго радовать вас своими цветами с легким розовым ароматом. Кустарник это неприхотливый, засухоустойчивый, может расти как в тени, так и на солнце, на любых почвах и выносит засушливое лето. Можно высаживать как бордюрчик небольшой, мини-живая изгородь перед забором. Можно зону в саду зонировать таким кустарником. Потом созревают у нее плоды, наподобие как у шиповника, только более такие круглые. Их можно использовать в пищу, заваривать фито-чаи, там очень много витамина С. Конечно, может быть, каких-то миллиграммов там чуть поменьше, чем в настоящем шиповнике, но мы ее используем в пищу, также очень ценный продукт. Так что, кто хочет такую себе красоту в сад, переходите в наш интернет-магазин школьныйсад.рф, и там найдете все много интересного. Называется «Роза ругоза».